Ну что ж, друзья, я вас всех приветствую на своем канале. Это очередная распаковка посылок с сайта AliExpress. Вот, на этот раз ко мне приехал триммер для расчесывания кошек, собак, как я понял. Вот, да, я решил заказать, потому что, блин, просто моя кошка не гладкошерстная, да, она довольно-таки пушистая, шерстяная. Вот, и поэтому у нее, как бы так сказать, лезет волос. Это довольно-таки неприятно, на самом деле, потому что приходится очень много убирать всего, то есть пылесосить и так далее, поэтому это очень ужасно, на самом деле. Вот и решил, короче, заказать. Сразу хочу обратить внимание, то что вот вы видите здесь, да, написан мой индекс, да, 654.079. Вот. А сейчас мы посмотрим, получается, за сколько приехала посылка. Вот сейчас можете видеть, да, приехала она ко мне за 16 дней. И здесь указан другой индекс, 654.027. Вот, я, получается, ждал где-то около 3 дней, пока этот индекс изменится, потому что это как бы, ну, не моя точка выдачи, так скажем, не мое почтовое отделение. Вот, он не изменился, получается, я поехал по этому адресу, да. В принципе, от Мичурина 9 до Курака 30 не так далеко, на самом деле, по расстоянию. Вот, в связи там с моей, допустим, работой, да, то есть мне даже будет ближе и как бы ехать за посылками именно туда. Вот, и там же я понял, что на самом деле, получается, я там буду закреплен постоянно. А, такое ввели Почта России где-то, получается, с 1 марта, если не ошибаюсь, вот, поэтому... Вроде как по всей России так увели, я так думаю, не только в моем городе. Поэтому чисто вот по месту жительства у меня теперь новая точка выдачи, пункт выдачи моих посылок. Вот, так что такие вот изменения вступили. Вот, ну да, для кого-то это может быть неудобно, для кого-то наоборот поинтереснее будет. Но ничего не поделать, это все делается, так скажем, принудительно. Вот, скорее всего, получается, этот индекс у меня остается, да, я его перебивать не буду, и все равно буду приезжать в то почтовое отделение. Давайте, короче, вскрой, да, посмотрим, как обычно, целостность посылки, да. Посмотрим, какая посылка сама себе представляет. Я уже не помню, на самом деле, какого цвета заказывал. А, понятно. Голубого цвета. Кстати, получается, данный товар у нас поставляется в розовом и голубом цвете. Вот. Данные картинки нам позволяют понять, что это как бы для собак предназначено, да? Но на самом деле это для собак и кошек. Вообще, то есть тут на Алиэкспрессе, как обычно, пишется вот расчески и гребни для волос собак, для удаления волос кэт, кисточки, уход за лошадьми, блядь. Короче, все как обычно. Алиэкспресс любит написать все подряд в шапке. Вот. Вот, кстати, тут написано по-другому, то есть в отличие от картинок, да? Тут написано и dog, и cats, допустим, да? То есть тут все, то есть у нас обозначается. Вот, кстати, да, тут есть миллиметраж, получается, можно выбирать. То есть, да, я заказал именно М-ку, да, то есть тут на сайте, да, когда будете заказывать, S-ка, М-ка и L-ка выступает. А здесь уже миллиметраж пишется, которого не было как раз-таки на самом товаре. Вот. Короче, я такую вот заказал, чисто, так сказать, усредненный вариант, потому что я заказываю это в первый раз. Абсолютно не знаком с данным товаром. Так, давайте, короче, сейчас вскроем, посмотрим. А, так у нас тут заклеено, я не заметил. Вот, и я надеюсь, короче говоря, старая шерсть будет вычесываться, да. Также будет меньше шерсти на одежде. Вообще на вещах, да, то есть на мебели и так далее. Вот такая вот у нас, такой корпус, так скажем, да. Вообще довольно-таки удобно в руке держится. Вообще прям очень круто. Вот, сейчас мы достанем, тоже у нас тут приклеено, да, сам этот триммер. Скажем так, расческа-триммер. Вот. Вот, можете, короче, видеть.
такие вот у нас тут зубчики. Да, реально как триммер. Я думал, она вообще как-то, не знаю, ну, как-то гуляет. Она просто получается железяка, да, с зубчиками, да, и все. То есть она никак ничего никуда. Так, сейчас я, короче, посмотрю, как она... Ага, все, определился, да? Вот так она защелкивается. Вот так вот снимается. То есть такое положение. Да, держится она, кстати, уверенно, хорошо. Защелкивается отлично. Так, вот у нас тут получается надпись Дели, да? Тут у нас... такой вот какой-то силиконово-резиновый корпус, да. Тут у нас, кстати, какие-то номера еще есть. Ну, я думаю, не сильно нужны. Вообще, по сути, как бы больше о ней сказать нечего, да. То есть, ну, все очень просто на самом деле. Вот так она защелкивается, да. То есть, единственное, что можно, да, это как бы продемонстрировать вам, то есть, как она вообще, ну, справляется со своими обязанностями, да. Вот, поэтому я сейчас, наверное, приглашу свою кошку, вот, и покажу, короче, как она вычищает. Я думаю, что будет шерсти очень много, на самом деле, потому что, блин, ну, все-таки пушистые кошки, они умеют делать много шерсти, прям, вот. Поэтому сейчас я вам продемонстрирую. Милечка! Итак, друзья, вот я, короче, пригласил свою кошку Мили. Вот она немножко недовольна, может быть, не знаю... Собиралась спать или еще что-нибудь. Вообще ей нравится, когда ее вычесывают. Так что, короче, Милли, убери голову, пожалуйста. Так, сейчас, короче, мы посмотрим, как она вычесывает. Так, ну, что хочешь сказать? Хочешь сказать то, что вот, допустим, первые у нас такие вот добычи шерсти уже есть. Вот, как бы на самом деле, в принципе, вон, кошка нормально реагирует на это все. Честно говоря, думал, что будет больше шерсти, да, но почему-то ее как-то не сильно много. Вот, наверное, получается то, что вся старая шерсть, да, ну, большинство, да, старой шерсти у нее все-таки уже осталось, допустим, не знаю, на кресле, на диване. Вообще, как можете видеть, да, ей приятно. То есть она кайфует, лежит, то есть ей вообще шикарно. Вот, видите, да? Как бы вот такой вот у нас итог. Вот, а вообще на самом деле, вот не знаю, как у кого, да, у моей кошки получается самый эпицентр шерсти, да, находится именно на хвосте. Так что, Милли, давай я тебе немножко подвину. Вот. Ну, кстати, мне тут как бы не сильно-то удобно, да, на самом деле. Вот, видите, то есть, да. Все в шерсти, короче говоря, это вообще норма на самом деле. Шерсти очень много вообще на самом деле. Вот, короче говоря, я вам это все продемонстрирую, то, что действительно он работает, да. Вот, сейчас она пытается есть свою шерсть, не надо, Миле. Успокойся. Вот, собственно, вам все показал, да, то есть дальше делайте выводы сами, то есть брать, не брать. В принципе, штука неплохая, то есть она... Как мне кажется, она вычесывает намного лучше, чем обычная расческа для животных. Вот. Так что я доволен, в принципе, вот как раз-таки размер М-ка, да, вот в моей руке. То есть у меня лапа огромная, да, по сути. Вот, и абсолютно нормально в руке держится, то есть все работает. Чему тут не работает, в принципе? Чисто корпус, да, и расческа, по сути. Вот, поэтому я... Заказом доволен. Буду рекомендовать продавца. Вот. Кому понравилось видео, да, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Вот. Пишите комментарии. И всем спасибо за просмотр. Всем пока.